давай. Молодец, давай, 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 давай. Да, они же с характером. Дизель. Что, ты привил его? Да, да, да. Ну, я вот вещей свои не обработал. Я обработал. Вот, я вот его отдал. Кирилл, самого берегитесь. Да я уже трясусь. Понял. Айка. Ты лошадь, блин, ты его раздавишь, сюда иди. Давай, ко мне, ко мне. На кого есть путевки, кроме зайцев и утки? На фазанов тоже у вас есть? Нет, на фазанов все, уже закончилось. Фазана вообще-то продлили. Продлили, да. Да, так и фазана продлили. Продлили. Всех продлили, да, фазана, да, и зайца, и утку. До 20-го. Я только на утку просто взял. Оттуда пойдем, только с Кириллычем вдвоем. Один здесь на углу останется. Один будет параллельно идти с собаками. Я на ту сторону уж пойду. Сиди, сиди. Напротив вас я нахожусь. Сейчас лагуна заканчивается, идем налево, на солнце идем. Заяц забежал в посадку. Так, петухов тоже стреляют? Да, конечно. Я спрашиваю про путевки, вы все молчите. Не, на петуха есть. Сейчас эту посадку берем. Да, Палыч. Сейчас эту посадку берем. Мы с Кириллычем на ту сторону. Дядь Вова тоже там будет за стрели стоять. Да, вы гоните. Ну, собак. Дизель. Дизель. Дизель или приход? Я думаю, не позорно. Главное, что... Да нет, ну вам взяли. Дизель, давай. Ну, так медленно на выход уже. Давай. Медленно так. Скорость бросит. Блядь, не думаю. Медленно. Дизель. Листовал, там обработал сверху клещи. Вот надо где-нибудь через 10, а мы тихо пойдем. Кириллыч! Взял? А ну, Кириллыч, сейчас пускай дизель. Кириллыч, подожди, не бери. Дизель. Давай. Давай. Молодец. Давай, молодец. Молодец, мой дизель. Вот 4 месяца. Как он? Это же все в крови это же заложено, да? Дизель. Нет, так он и в шею прям и начал это. Давайте его тут вот сделаем. Ну, дальше вытащить. Слишком много, да. Да? Он, тогда он, не конечно, надо. Конечно, он маленький. Я вообще тебе хотел сказать, ему пока вообще не давать. Да? Чем ты его покормил? Ну, мясом в основном. Мясо, каши. Ну, вареные же. Да, да, да. Ну, еще рано ему сырое давать. Растет. Зерек, я вообще-то думал, что ты первый раз здесь. Здесь. Молодец. Вот таких вот надо побольше подранков делать. Ну, ему, для него. А? Да, вообще шикарно.
чтобы он понимал. Ну я прям удивлен, что он вот так вот прям его за шею начал. Увидел, бля. Бля, 4 месяца. Сколько могу, столько душу.